Всем привет! Это канал ArtsPlay. И сегодня мы поговорим о знаках гороскопа. Недавним временем мне удалось узнать, что сотрудники НАСА добавили еще один знак гороскопа, то есть 13-й, и назвали его... Почему? Остальные знаки должны были подвинуться, то есть теперь, если взять тельцов, то теперь они от 13 мая до 21 июня. Близнецы 21 июня до 20 июля, то есть некоторые близнецы теперь стали тельцами. Например, если взять львов, там вообще некоторые львы стали раками, там теперь львы от 10 августа до 16 сентября. А вот если поговорить об этом самом змееносце, так он вообще впихнулся между стрельцом и скорпионом. Теперь змееносцем будут называться те люди, которые родились от 29 октября до 17 декабря. Так как я родился 14 ноября, я попадаю в эту дату, и по новому гороскопу я теперь... Ходят слухи, что сотрудники НАСА еще хотели добавить 14 знака зодиака под именуемым как Тесу или Кит, как-то так. Что-то типа этого. Что-то типа того. Или что-то типа этого. Протыкало, протупило его. Что-то типа того. Мне кажется, что 15 знаком будет слон. А вы бы хотели быть слоном? На этом у меня все. Подробности читайте в описании, если интересно, какие знаки под какими датами теперь у нас находятся. С вами был ArtsPlay, каналчик. Всем пока-пока. Ну еще. Ставь палец вверх, если не хочешь быть сломан.